Новые обвинения могут быть выдвинуты против известного бизнесмена Мартина Шкрилеха, того самого, что в 55 раз взвинтил цены на лекарства для ВИЧ-инфицированных. 32-летнего Шкрилеха, которого подозревают в финансовых махинациях, собираются обвинить еще и в нарушении производственной безопасности. Американская пресса называет Шкрилеха самым презираемым бизнесменом страны. Этот титул он получил после истории с препаратом Дораприм, когда возглавляемая Шкриле фармацевтическая компания за ночь подняла стоимость лекарства с $13,5 за таблетку до $750. В итоге препарат оказался недоступен для многих пациентов. Но арестовали Шкриле по подозрению в незаконном использовании активов, основанной им же биотехнологической фирмы. Сумму ущерба оценили в $65 миллионов. После ареста в декабре прошлого года Шкриле внес залог в $5 миллионов, сдал паспорт и дал подписку о невыезде из страны. Очередной раунд американских праймерис. Судьбу кандидата в президенты США от Демократической Республики